всем привет! Сегодня у нас с вами будет необычное видео. Сегодня мы будем снимать видео о еде. Мне пришла такая идея, когда я сюда переехала, я рассматривала полки в местных супермаркетах, я поняла, что столько всего непривычного, нового и другого, что почему мне об этом не снять видео? И сегодня моя подруга Таня вместе со мной будет мне помогать. Мы сейчас пойдем в супермаркет, с ней все купим. Может быть, она подскажет мне что-то интересное, что-то, что я еще не пробовала. Будем выбирать вот все, что нам приглянется, все, что вызывает какие-то вопросы. Будем пробовать, посмотрим, может быть, мы найдем что-нибудь новенькое для себя, просто то, что будем использовать в повседневной жизни. Может быть, я уверена, что попадем на какие-то необычные и интересные продукты, поэтому мы сейчас едем в супермаркет. Я когда была в Оттаве, я пробовала чипсы, они такие треугольные, но вот Таня говорит, что она таких здесь не встречала. Это смесь попкорн, потом cereal, скажи мне, хлопья, и третье это еще что-то. Это именно чипсы или это вот какое-то? Ну это просто чипсина какая-то сладкая. А с попкорном? С попкорном. А я знаю. Ты знаешь, да? О, вот это мне очень понравилось. То есть ты кусаешь, начинаешь жевать, понимаешь, что у тебя там и попкорн, и хлопья какие-то сладкие, и еще что-то третье было. Я не помню, что третье, что еще. Ну, в общем, мы сейчас будем искать все это. Ой, я чувствую, мой желудок сегодня скажет мне спасибо. Прощай. Так, ну что, мы накупили у нас пакеты. Мы готовы. Наши желудки нет, но мы да. Ну что, мы набрали у нас два пакета, что мы не нашли вот эти вот попкорн, микс попкорн, еще что-то, но мы набрали другой, разной всякой всячины. Первое, что у меня есть, это странные чипсы из, скажи мне на русском, beetroot, это... Свекла. Свекла. Вот. Я понятия не имею, они соленые, не знаю, копченые. О боже, начинается. Настя, открывай. О, есть. Пахнет клёво. О, да? Круто. Блин, вот как они в Канаде здесь делают. Вот это, смотри, какие прикольные. Давай кушай. Вау. It's so good. Обалдеть. Очень вкусно. Чипсы выглядят. Смотрите. Блин, какие они вкусные, да? Очень вкусные. Все, мне кажется, нам не стоит. Обалдеть, я так и знала. Открывай что-то еще. Ну, типа полезные. Да, но они очень соленые. Соленые. Сахар 12 грамм, дохерища. Капец. Дохерища. В кетчупе 4 грамма сахара. На минуточку. Настя знает. Угу. Блин, ну какие вкусные, обалдеть, да? Все, короче, мы не распаковываем дальше. Видео окончено. Подожди. Так, подожди. Убирай. Я же еще вот такие, тот же бренд, только я не знаю даже, что это на русском. Вот. Это... Что это? Не помню. Я забыла. Парснип. Парснип, парснип. Это... Неважно. Неважно. Пробуем. Что-то мне ничем не пахнет. На яблоко похоже. Да? Да. У нас еще на яблоко. Окей. Каретика какая-то. Да. Это редька. Речка. Ну, такие. Здесь меньше соли, по-моему. Нет, не меньше. А, сахар 1 грамм. О. Ну, вот это я даже... Вот это я могу даже Саше дать тогда, получается. 1 грамм сахара. О! Мне кажется, ему понравятся такие. Угу. Лайтовые вообще. Что-то я очень голодная. Да. Витамин С 6%. Вкусно? Ну, ничего такие, да? Они не лайтовые такие. Не сладкие, да, и не соленые такие.
Да, вот эти вот здоровые, такие, знаешь, не растолстеешь на них, мне кажется. Нормальные, такие адекватные. Так, так, следующее. Что следующее? А, вот. Вот это. Sweet chili. Sweet chili. Так, ну это уже вредно. Тут видно, что много специй. Это вредно. Мне кажется, все, что можно. Сахара 2 грамма, окей. Сахара 2 грамма, соль 270 миллиграмм. Ой. Ты должна это заснять. Они не в ту сторону открыли. В попытке открыть чипсы немножко. Так, ну можно начинать. Блин, надо было. Прекрасное платье было. Прекрасная новая платьечка. Да, ну ладно. Очень вкусно, но да, много очень приправ. Угу. Да, с приправами. Блин, очень классные. Очень вкусно. Вкусно. И немножко такие спайси. Да. Угу. Спайси. Блин, я уже забыла, как разговаривать на русском. Угу. А здесь все так, я смотрю. Очень. А Доритос очень сильно напоминает. Да. Типа рисовые чипсы. Классно. Multigrains. С всякими злаками. Слушай, ну это почти мукбанг. Почти мукбанг или это есть мукбанг? Видео там, где ты сидишь и кушаешь. Не знаешь? Нет. Она вообще не смотрит YouTube. Она вообще не смотрит YouTube. Она даже мои видео не смотрит. Неправда. Но это посмотрит. Не, я смотрела парочку, но не все. Окей. Хорошие, но вредные, очень вредные. Блин, капец, после этого тебе нужно будет ковер пылесосить. Кошмар. Меня каждый вечер нужно ковер пылесосить. Ты видела, да, что там творится? Так, я пойду выкину. Я пойду выкину вот это. Да. Так, дальше. Вот это ты что-то мне сказала. А что ты знаешь? Это пис, это горох. Горох? Гороховые чипсы? Нет, это просто горох. Просто горох? Ну да, со специями, я так поняла. Но ну, я такое не пробовала. Я такого, у нас вообще, кажется, нет такого. А, новые. Тупо горох. Блин, я еще чувствую эти да, предыдущие. Да, прям они... Горит огонь. Так, сахар 1 грамм. Соли немного. Это обычный горох. Сушеный горох. Ну как... Как? Горох. Горох. Но они как... Структура у них такая немного интересная. Они как пористые. Что напоминает... В детстве мы ели кукурузные палочки. Угу. Знаешь, там с сыром, с беконом или что-то. Да. Почему-то они напоминают вот этот такой состав, как кукуруза. А-а-а! С сыром, с беконом, боже, это мы с самые грибами, любимые. Палочки такие. Боже, вот. Да, я помню, как же они называются. Салют? Салют или как-то так. Ты что, я до сих пор, когда прилетаю в Украину, их покупаю всегда в Таврии. Но мне эти ничего не нравятся. Нравится. Они слишком перченые, мне кажется. А, ну так да, тут же вот как раз пеппер. Black pepper. Точно. Опять. Голова. Так, подожди. Давай вот этим запьем, что ты сказала, нужно попробовать. Нам нужны рюмочки. G2. Ты ну, сказала... Можно состав почитать, вот, допустим, что тут пишется? Ну, ты знаешь, да, эту воду? Да, я его пила как-то. Но она просто как вода, вода. Так, а как это открывается? Вот так. А, ты подожди, это... Ты, кажется, да. Ну, я не знаю, я еще такой, мне кажется, не пробовала с такой крышкой. Но ты должна повернуть, мне кажется, и... И делать... А, подожди, нет, подожди. То, что не так. Вот. А, тебе нужно открыть изначально. Там же должно быть как-то. Пахнет сладкой жвачкой какой-то. Ну, у них есть разный вкус. Это какой-то вкус тоже синенький даже. Сладко говоря. А, смотри. И как? Как юпи? Да, как слабенькая юпи. 14 грамм сахара. Да, но это вот когда твой организм ослаблен после алкоголя, а, кажется, да. Нужно сахар.
Да. Угу. Вот почему они это пьют после бедуна. Слушайте, ну крышка прикольная. Это как детская соска. Прикольная. Ну, в общем-то, я не люблю вот это вот все нахимичное такое. Вот моя вода, кстати. Вот моя. Минералочка. Любимая. Так, я хочу попробовать. Смотри, у нас есть такая, да? Да, это нужно макать. И у нас есть куча разных... Так, мы накупили, значит, дипы. Это макать нужно чипсы. Мы купили специальные чипсы, которые нужно макать. Это просто обычные... обычные просто. Это кукурузные? Кукурузные, мне кажется. Чипс, тортиес, да, корн. Просто кукурузные, и их нужно макать во всякие разные... Так, камера. Соуса. Да, во всякие разные соусы. Соусы. И мы набрали тут вообще какие-то разные... Она набрала. Да, я набрала. Ну, потому что как я пойму, что из этого вкусное, что вот это вот вообще манго и лайм. Вот что это за дип такой для чипсов? Халапеньо. Не, халапеньо я не взяла. А, и халапеньо, значит, оно будет острое. О, что-то нам нужна вода, нам нужно смешать этот дринк. Витаминский. А, ну это будет следующий. Подожди, не забегай наперед. Так, открываем все вот эти, значит. Так, открываем. Это спинач. Шпинат? Шпинат. Шпинат, потом, что здесь? Так, вода, спинаж. Шпинаж. Шпинаж, это вообще не шпинаж. О, прикинь, whey protein. Протеин. Нормально. Ты почему не делаете соус, а никто не знает. Грибочками какими-то что-то. Так, это сырное. Тяжело открывать банки, но поэтому там протеин. Паприкой больше пахнет, чем сыром. Так. Открывай. Просто сидишь. Так, а здесь вот вообще мне ничего не понятно. Что-то внутри выглядит как кабачковое. Это похоже на наше лечо. Лечо, точно. Но манго и лайм пишется. Ну да, ну. Моя мама не использует манго и лайм. Ну да, но похоже, но тут все равно, мне кажется, есть какие-то овощи. Да, манго, томаты. Томаты. Надо маме сказать, мам. Добавляй, пожалуйста, манго. Лук. Будем выбирать, что понравится, что вкусное держит. Они все маленькие? Да, это какие-то другие. Ну, они простые. Я хотела, чтобы они были безвкусные, простые. Okay. Так, я попробую я сыр. Я сыр попробую. Жирное до ужаса. Жирное? Угу. Нет, сырное это противное. Очень вот острое. Да? Мне сырное нравится. Окей, я пробую сырное. Ну, как бы норм, но... Ой, блин, острое такое. Не, это вкусно. Это что вкусное? Спинач. Спинач. Ну, это как окранчик. О, да. Вкусно, да? Угу. Да, вот это прям реально... Значит, с кусками шпината. Прям реально очень вкусное. И не жирное, да, такое? Вот это до ужаса жирное. Угу. Хорошая. Очень клевая, слушай. На хлеб прям вообще. Ну, вкусно. Сколько тут калорий, слушай? Так, давай я попробую манго-лайм. Давай, ты первая. Мне джем напоминает какой-то. Выглядит как джем. Наверное, будет остро. Что ты думаешь? Оно странное, как будто бы если бы в джем досыпали соли. Упс. Какое-то оно. И чуть-чуть перчёненькое. Не знаю, я не фанат. Мой желудок это не примет точно. Татьяна, ваш вердикт? Ну, какой-то странный вкус. Угу. Так, и давай осталось вот это вот странное с бобами. Но тут прям в масле оно плавает. Как-то его перемешать. Фу, какая гадость.
Сальса. Может, мы как-то использовали неправильно? Может, это сальса и... Кошмар. Кошмар. Фу, блин, а я даже набрать ничего не могу. Тут одно масло. Тебе нужна ложка. Кто-то кушает. Ну что, масляное? Не пробуй это. Не надо. А там еще много уксуса, бляха-муха. Я прям... У. Не. Отстой. Mm-mm. Слушай, мы нашли победителя. Мне вот это очень нравится. Я тоже бы это... вкусно. Я бы это вообще... Даже ну давай, давай перебьем нам. Перебьем этот ужас последний. Давай, чин-чин. Чин-чин. Это... Угу, самая четкая. Угу. Это твой? Да. Но мне почему-то грибной вкус какой-то да. идет. Так, это отправляется в мусорку. Все остальное реально. Мне ничего не понравилось больше. Ни бобы, ни манго, сыр вообще жесть. Бля. Gross. Так, что у нас осталось? Подожди, вот это. У нас есть такие сушеные всякие... Сушеные бычки, сушеные кальмары, сушеные морепродукты. Но это именно мяско. Да, это говядина. Говядина, и я взяла... Подожди, я принесу бекинг. Подожди. На. Вот это. Отлично. Это еще ж какой-то и бекон. Я знаю, что в Канаде бекон это прям вообще мужики бекон очень любят. И бекон здесь это прям, я не знаю, как у нас в Украине сало, наверное. Все-таки есть, так, да, сало, бекон. Но это же есть как бы бекон с прожилками, точнее, мясо с прожилками, сало, да? Бекон. Да. Есть. Так, ну что, пробуем. 100% real bacon. Еще бы, за такие деньги не было real. Слушай, ну... Пахнет очень вкусно. Бекон, конечно, очень круто пахнет, но выглядит это реально противно. Кусочки. It smells like weird. No, я даже не хочу пробовать это. Писец, да? Какой-то жир, бляха-муха. Иу, я кусочек попробую вот этот вот, мясной. Мясной, да? Ладно. Ну, это реально настоящий бекон. Mm-hmm. Ой, нет, вкусно, конечно. Реально бекон. Очень вкусно. Ну, кстати, вкусно очень. Очень. О, нормальный, смотри, какой кусок. Без жира. На. Не, я не хочу, у меня есть еще есть. Ты даже знаешь, чтобы нас бы ели это с пивом. Ты что, на море-ка? А вот это? Ты попробовал, нет? Нет, еще. Так, а это... Биф. Говядина. Упси. Да, не очень, а? Это похоже, знаешь что? На бастурма. Бастурма, типа. Мне не нравится. Не, ну. Но оно нормальное, но просто бекон не перебьет. Бекон был очень вкусно. Угу. Ну, если что, с пивом я бы это съела. Если бы ничего другого не было. Столько вот это... Я слишком много соли, что я так хочется пить. Соли до ужаса. А тут еще 8 грамм сахара вот в этой. Соли и сахар не везде. Они добавляют это... Здесь 2 грамма сахара, здесь 8 грамм сахара. Протеин 9 грамм. Протеин 13 грамм. Короче, вот это вот побеждает. Так, что у нас осталось? Кто это мне пишет? Так, у нас с тобой все. Осталось только... А нет, стоп. Томатные чипсы. Вот это последнее не сладкое. Дальше пойдет что-то сладкое. Ой, сейчас мне уже как-то плохо от этой еды. А мне еще нет. Нет, еще нет. Томатные чипсы. Рисовые томатные чипсы. Это просто какая-то приправа. Красная приправа. Красная приправа, причем мерзкая. Как люди такое кушают?
Мерзкая вообще мерзость. Фу, мне кажется, это самое ужасное, что мы сегодня пробовали. Мне кажется, вот это победитель, да, сегодня? Вот это победитель. О, очень вкусно. И вот это. О, что-то не знаю. Давай попробуем все вместе. Нет, фу. А, и бекон. И бекон. Слушай, ну это реально очень классный снэк получается. Сколько калорий в этом? 140 на сколько? 140 калорий на 33 грамма. На полпака. На полпака 140. 130. 30 грамм. То есть 30 260 грамм. Калорий на эту пачку. 260 калорий. В принципе, нормально. Думаю, нужно сделать чаёчек или кофе. И открыть сладкие снеки. Точно. У меня есть кофе еще в кофемашине. Я только выключила ее в кофеварке. В кофемашине. У меня нет кофемашины. У меня есть кофеварочка за 20 баксов, которая, кстати, слушай, никак не поломается, вообще работает. Как нормально. Как на зло. Ага, вот всегда так. Так, сейчас я сделаю кофе и вернусь. Я сахар тебе не добавляла. Отлично, не надо. Не добавляла, знаешь, что вообще без сахара. Так, ну у нас идут дальше что-то сладкое. Ну, как бы сладкое, оно и в Африке сладкое, но... Чего-то мы тут взяли. Я хотела попробовать вообще вот эти штуки Орео. Ну, Орео, это как бы оно везде есть. Я не знаю, есть такое в России? Ну, я не пробовала, я просто этого не было, сейчас, может быть, уже есть. 12 грамм сахара. О, как вкусно. Пахнет. Да, я знаю, нет, как вкусно. О, ты пробовала? Да. Я не пробовала. Вау, они так круто выглядят. Вкусненько. С молочком. С молочком, да. Сладющие до ужаса. Даже, да, даже вот так вот просто кушать их. Я сладкоежка. Я так их и ем, я с молоком ем. Ешь? 13 грамм сахара. Да, я покупаю хлопьям там Cheerios, там 6 грамм сахара. Норм. 13 здесь. Ну, классно. Я, конечно же, съем. Конечно же, я съем. Так, что вот это вот? Джелли Белли. Мы что-то схватили на кассе. Какие-то такие штуки. Какие там есть вкусы? Слушай, здесь все. Здесь 20 разных. 20 разных. 20 разных. 20 разных вкусов. 20 разных. 20, а вы-то догадываетесь, чего 20 разных? Так, Berry Blue. Blueberry. Давай откроем, положим тут. Bubble Gum. Buttered popcorn. А ты будешь говорить потом, какие это вкусы. Так, я сейчас оторву. Не смогу прочитать. Так, сейчас, подожди. Купила в долларами маленькую пилочку, потому что... О, вау. Слушай, прикольно так выглядит. Сейчас. Так. Слушай, а мне знаешь что-нибудь? Toasted marshmallow. Я хочу попробовать вот это. А, вот она. Хорошо, я тогда попробую вот эту вот. Что это раджи? А toasted marshmallow, она одна, а вот эта... А, это всё одна? Она всё по одному, я так понимаю. А вот это вот моё, это peach. Я не хочу peach, неинтересно. Tutti frutti, red apple, raspberry, green apple. Похоже на тик-так. Watermelon. Я хочу watermelon. 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 Не знаю, надо... А, надо жевать. По вкусу как... А отгадай, сколько здесь грамм сахара? 38 или не знаю? 28. Не хотела сказать 28 изначально. Это много. Один сахар. А даже глотать это не буду. Это сильно много. Я и так сегодня тут наглоталась. Ну, в общем, я поняла. Просто вкусные конфетки, но вообще все разные. Я знаю, что я хочу? Я попробую еще bubblegum. Я хочу... А как мне отличить cotton candy от bubblegum? Lighter. Это bubblegum. Да. Окей. Sour cherry. Точно как жвачка. Ой, очень вкусно. А где chocolate pudding? Ну, они очень сладкие, конечно, но это такое, для вообще, для таких сладкоежек. Угу, сладенько. Очень. 28 грамм сахара. Так, что дальше? Ой. Миксы.
Так, это миксы, какие-то рис здесь, и шоколадки, и не шоколадки, и орешки. А, у меня тоже орешки есть. Ты имеешь в виду? Нет, это никакой M&M's. Вот. Это типа их. Да. Ну, смотри, ты берешь это pretzel. Это M&M's. Соленый pretzel, берешь соленый орешек, арахис, берешь шоколад. Что у тебя еще? Короче, все смешать, я поняла. Да, и так берешь три. Это сраный вкус. Четыре. Это четыре. Попробуй. Вкусненько. Давайте там соем. Оценит. Пробуй это. Ужас, я завтра буду прыщавая, как не знаю кто. Ну, у меня очень много шоколад все перебивает, поняла? Ну, это шоколад огромный. Да, я запью. Я уже не понимаю ничего. Да, я шоколад перебиваю, все. Ну, вкусно, мне нравится. Ну, сладко, очень сладко. Твое очень прикольное. Угу. Желтенькая. Ой, очень мне нравится желтенькая упаковочка вот эта. Это вкусно, что шоколад маленький. Да, маленькие кусочки. Так. Мне тоже так. Тяжело есть. Ну, все такое приторное, либо соленое, либо сладкое. Очень много соли, сахара вообще везде. У нас в Украине как-то не так. Да вообще не так. Так, один пакет, дан. Второй почти дан. Ой, ну что, последний? Нет, не последняя. У нас же с тобой еще есть вот это. О, я забыла совсем. Кто знает, что это? Я не знаю, что это. Таня, расскажи, что это. Таня сказала это купить. Ну, кто знает. Может, я вообще не права. Это как наша юпи, я так поняла, с витаминами. Просто разбавляешь... Подожди, юпи не с витаминами? Ну да, но это с витаминами. Юпи с витаминами. Просто ты... Но юпи был порошок, это не порошок. Это нет, водичка. Это, да, жидкость такая... Ее просто добавлять в воду, короче. Да, ты добавляешь, получается, пару капелей ее, мешаешь с водой и пьешь. Так, здесь 48 миллилитров на 12 напитков здесь. На 12 напитков. Сколько это витамин? Какие это витамины вообще? Что это? Расскажи нам, скажи. Так, витамин В6, В12 и ниацин. Что такое ниацин? Это, получается, напиток, который дает тебе ежедневное... Боже, я забыла, как говорится на русском. Что? Ежедневное что? Value, ценность. Value, Ну, блин, как на русском это все сказать? В общем, тебе дают ежедневную порцию витаминов. Да. Ну, вы поняли. В3, В6, В12. А не. И получается, что с натуральным sweetener. Боже мой. Натуральный подсластитель. Подсластитель. Натуральный подсластитель. Нет, Боже мой, я не могу сказать. Подсластитель. Ёлки на трёшке. Стивия. Что, в принципе, очень хорошо. И содержит 0 калорий. Вот почему все любят это пить, потому что только 0 калорий. Потому что нажрёшься потом вот этого всего, конечно, потом водичку. Может, это просто бургер с беконом и Diet Coke? Да-да-да, Diet Coke. Пахнет очень вкусно. Ну что, я пойду разведу? Давай. А теперь после этих всех снеков хочется нормальной еды. Ты сказала, что ты хочешь нормальной еды, и каким-то непонятным образом ты не была в нашем украинском ресторане. Там так хорошо по-нашему прям готовят. 11 баксов. Я не доедаю никогда до конца, потому что прям вообще порция огромная. И вот прям нормальная наша вкусная очень еда. Да, хочешь пойти туда после? 12 баксов, да. А ты хочешь еды? Борща, да, я бы... Да, у меня сейчас с желудком борща. Какая-то проблема. Я, хочу я бы супчика. Но подожди, Татьяна. Супер-пупер-дринк. Значит, витаминчик В3, витаминчик В6, витаминчик В12. Отлично, волосы растут. Да-да-да. Нет, чтобы взять фруктов поесть, нужно покупать вот это. Так, ну я не знаю. Это не дешево. Сколько ты заплатила? 5 или 6 долларов за эту коробочку? Ну, не важно. Ну, где-то, да, до 6. Ой, марганцовка. Сосёт ещё, наверное.
Чистое здоровье. Та-дам. Чистое здоровье. Не, ну чтобы почувствовать. Чтобы почувствовать, нужно себе палочку. Вкусненько. Ну, оно вкусненькое такое. Ну, я не знаю. Ну, что ты хочешь? От воды просто и цвета. Почему здесь не пишут, сколько здесь сахара? Да нету там сахара. Не, а, здесь стевия, да. Просто, ну, я уже на автомате просто везде ищу сахар. Да, никотиновая кислота, витамин, участвующий во многих очистительных реакциях. Так это, блядь, волосы стирать надо. Снимай видео блог и еще. При этом... Все у тебя на лице. Пожалуйста, витаминчиков мне побольше. Очень вкусно, кстати. Вот так вот. Мне нравится, если честно, больше, чем... Так. Я реально чувствую стевию, да. Я когда-то Сайхерб заказывала вот эти баночки стевии. Mm. Есть она еще у меня на чеке или нет? Я просто не вижу. Почти нет. Кстати, вот этот содержится в ржаном хлебе, ананасе, манго, свекле, гречке, фасоли, мясе, в грибах, печени, почках. То есть... Это очень важная информация. Спасибо, Танюша. Мы двигаемся дальше. И видео подходит к концу, потому что это последнее. Это, блин, пудинг. Пудинг. Ваниль. Я взяла только ваниль. А, ложки нужны, да, наверное? Зачем? Да, нормально, сейчас поедем. Знаешь, для кого-то это полноценное каждый... Ты знаешь, что я... Немножко... Ой, да ты мне знаешь, ничего нету. Блин, я сейчас тут просто прыщик. Боже, ты... Мне кажется, что мне через пару часов вообще опрыщет жестко. Так. Что я видела? Ребенок, очень красивая такая лялечка, беленькие волосики, в таком комбинезончике. Семья сидят за столом. Ребенку 2 лет нету. То есть, я не знаю, ну 1.5, наверное, года, 1.8, где-то так. И что? Они едят... картошку фри, и ребенок хочет пить, она просто совершенно спокойно берет кока-колу, трубочка, дает ребенку, и мы так, а ничего, что там, блядь, кофеин находится? Я молчу о количестве сахара просто. Как можно дать кока-колу вот такому маленькому ребенку? Мой Саша уже может хлебнуть кока-колы, потому что, оказывается, кока-кола здесь, оказывается, это лечебное средство. Когда ты слышала, детям дают пить кока-колу. Первый совет, когда начинают крутить живот, дать попить кока-колу. Отвечаю, все это здесь сказали, когда у Саши был стомак-баг. Кока-кола? Да. Капец. Ау. Oh. Это параллельный мир. Я еще ну, привыкаю, но в общем, да, мы поехали, купили нормальное лекарство, но в общем, мы с Брайаном вот так вот просто мы смотрели, мы не пьем это, понимаешь, взрослые, мы не пьем. Я смотрела на этого маленького ребенка, и, блин, мне что-то как-то так, как-то, мне было неприятно. Так, что, наше видео подходит к концу. Мы завершаем его пудингом ванильным. Мне же плохо. Что по составу? Сахар. Сколько сахар? No name. Пудинг no name. Ну, это, я так понимаю, бренд от... President Choice. Да. 14 грамм сахара. Очень сладенько. У нас такое есть наподобие, кажется. Не помню. Я покупала, у нас, знаешь, что президент. Йогурт с шоколадом. Mm-hmm. Вот это было мое любимое. У нас молочко нереально вкусное. Да. Ну, я бы принял. Ну, знаешь, у него такой вкус какой-то artificial вообще слишком. И вкус им. Ну, в общем. Фу, все, я больше не хочу. Я тоже не могу. Куда это все дену? Сейчас надо будет сразу выкинуть. Половину. Сахар, соль — это просто вообще
Самый большой. Ого, ты там подъела нормально. Я голодная, я говорю, голодная. Говорю, Настя, я хочу кушать. Она такая, нет, витамин. Не ешь. Сейчас будем это же. Витамин. О, кушать теперь. Витаминчик. Ноль сахара, ноль калорий. Отлично. Да, здоровая, здоровый образ жизни. Угу. А, мне сахар. Я хочу борща. Все, борщ сейчас вообще очень будет. Вот после вот этого вот мракобесия, нормальной человеческой нашей еды. Мракобесие. Мракобесие, я люблю это слово очень. Откуда оно взялось? С какой литературы? Наш богатый и славный русский язык. Мракобесие. А что это означает? Мрак и бесы. Это, ну, адское что-то такое. Dark. Так. Мракобесие, это адище. Адище. Да. Фу, кошмар. Все, девочки, мы... Мальчики. А, кстати, да, там начали появляться еще мальчики. Про Канаду смотрят, я так думаю. Вот. Прям как-то, да, аж тяжко, аж, блин. Аж, ой, извиняюсь. Кошмар. Ох, как-то плохо. Твой вердикт. Мозг плохо работает сейчас. Какой? Мне понравился. Слушай, а сахар, он же вообще... У меня вот Саша очень чувствительный. Он когда сахар ест, он начинает становиться таким прям... Почему я не такая сейчас? Да, что со мной происходит? Что происходит со мной сейчас? Мне тяжело, если как-то все переварит. Это ужасно. Блин, аж как-то не по себе. Хочется полежать, знаешь? Да, хочется полежать. А, кстати, погода очень классная, поэтому, да, мы не теряем времени. Кстати, ты знаешь, что украинский ресторан с 3 до 4 не работает? Нам нужно бежать. Спешить. Да, все. Девчонки, огромное спасибо вам за просмотр. Огромное спасибо заслуживает Танюша. Спасибо тебе большое, что поучаствовала в моем видео. Да, а мы пойдем запивать... Запивать. Да, запивать, заедать все вот это вот. Борщом. Борщом. Нашим славным украинским борщом. Ну что ж, а мы с вами увидимся в моем следующем видео. Пока. Скажи пока. Пока. Окей, пока.